Ты смотрел на него и думал, да он же ничего не боится. Вообще. Он вытащит мяч и прямо в воздухе запустит его в атаку на другую сторону. Когда легендарный советский вратарь выходил на поле, у лучших нападающих мира дрожали коленки. Я сказал себе, я сейчас подойду к мячу, зажмурюсь и ударю. Куда полетит, туда полетит. Его авторитет в воротах был такой, что, так сказать, ему было невозможно было забить. То есть настолько уверенно он играл. Уверенная игра Льва Ивановича передавалась и игрокам атаки. Хроника показывает, быстро ориентировался. И видно, что, получая мяч, он сразу активно искал, кому ввести мяч, как начать атаку, как поймать соперника на контратаке. Прям видно, что он нацелен на это. Именно Яшин стал главным творцом самых громких побед в истории отечественного футбола. Люди боготворили Яшина. Но от любви до ненависти, как известно, один шаг. Началось все со злополучного чемпионата мира в Чили. Да это был гол. В прессе началась масштабная травля бывшего народного любимца. Вот он тоже хотел бросить, он рассказывал, что говорит, у меня все опустилось. Теперь Яша нанесла уже не волна народной любви, а настоящее цунами народного гнева. Когда тебе по 30, тебя обсвистывает твоя же любимая родина, можно сломаться. Яшин не сломался, это стержень. Вот это стержень, это сила, это воля. Лев выходит, он просто, он не видит свой, чужой. Он действительно выходил, он просто шел до конца. Для меня он всегда был человеком с большой буквы. Игроком с большой буквы. Я очень уважаю его. Время, оно показывает, кто реально в истории футбола внес такую лепту. Давайте дождемся, когда тот же Месси или Рональдо закончат играть, и посмотрим, насколько времени, как говорится, их будут помнить, вспоминать и фильмы о них делать. И сейчас именно Лев Яшин – главное лицо нашего футбола. Доброе и открытое. Пример патриотизма. Но не казенного, а того, что идет от сердца. Сколько я знаю вратарей, и сейчас все это для меня он всегда остается номер один.